9 мая 1483 года из города Устюга вышла военная экспедиция, направленная за Урал. Целью похода было устранить угрозу со стороны вагулов, чей большой князь Асыка беспокоил набегами Пермь Великую и усилившегося Сибирского ханства, а также склонить местных правителей к признанию вассалитета от великого московского князя. Во главе похода были поставлены опытные московские воеводы Федор Курбский Черный и Иван Салтык-Травин. Походу готовились тщательно, снаряжали речные суда, пушку, в Сибири дорог не было, передвигаться войско могло лишь по воде, наняли опытных кормщиков. Состав судовой рати, кроме большой великокняжеской московской дружины, вошли отряды из Вологды и Устюга, из Двинской земли, из Приуралья. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь.